Сейчас иду к пляжу. Это не ее, хочу посмотреть, показать, что там на пляже творится. Покажу. Шатально пройдусь. Чтобы отдохнуть. Запишу себе эту электричку, то вечно я забываю. Так что вот так вот. Какие же цветочки есть, не знаю ни одного названия. Ни одного. Так, сейчас ходим на пляж. Смотрим, что творит. Все закрыли. Сколько было тут ягод. Все выдрали. Ягоды гнали. Все убрали. Нет, подожди. А что там, понимаешь, я тоже, я, например, ходила. Я и на растяжки ходила. Я и на дыхание ходила. Я и на эмоциональную ходила, Гимна. То есть я, в принципе, у меня все прошло. Много я знала, поэтому я тоже, я Юле сказала, ой, Саше сказала, что если бы вы сделали открытый урок, ну я бы, или говорю, можно я где-нибудь там, куда-то вот я потом посмотрю, просто мое, надо, а мне не нужно. Ну вот сейчас посмотрим. Как они разрастаются. Красивые. Я купила эту чашу, а потом отнесла. А мне не подходит. Шашлыки там жарят. Вроде музыки не слышно хоть. Или слышно, слышно. Народ. Да. В советские времена это была тишина, курорт. Сейчас они вот где кафе, музыка. Музыка орёт. Музыка-то там и тут. Или там он кусит. Температура, конечно, наверное, очень маленькая, потому что ночью просто холодно, до 10 градусов тепла. Так нырнешь мордой. Ой, нырнешь. Давай, кушай быстрее, он быстро растает сейчас. Пляж весь занят.
там больше всего купаюсь. Там больше всего купаюсь. Дойду в шум. Маленечко дойду.